Yeah, I think it wasn't so bad game. I think we played quite well. Scoring was a little bit difficult. Я думаю, что это была неплохая игра, это не легкая игра, потому что играли с утра без раскатки. И это была последняя игра на турнире, поэтому она была тяжелой. Но я думаю, что мы нормально сыграли. Но насколько важно вообще победить на этом турнире? Перед командой задача такая ставилась или все-таки наигрывали здесь сочетание? More me concentrated on improve our team's performance. How we play defense. Первое, что мы хоть преследовали на этом турнире, наиграть все связи, тактику и сыграть хорошо в нападении, в защите. А результат сам придет, если все это будет. We will have long process and we are now really in the beginning and we try to change some things. So I am happy. У нас еще весь путь впереди, как бы, и пока, говорит, я доволен своей обороной, как мы играем в защите, но многое еще надо менять, наигрывать и улучшать.